Слава Иисусу Христу, во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего Милосердия. С вами отец Якуб. Начинаем нашу молитву в этот первый четверг месяца июля. И читаем молитву Венчика Божьего Милосердия и Святой Розарии. Особый день, в котором благодарим, конечно, но за дар Евхаристии и дар священческого служения, которое Иисус верил апостолам, а через них потом и следующим поколениям епископов и священнослужителей. Дар огромный, благодаря которому всегда Иисус присутствует для нас в пресвятых дарах в Своем Слове. Будем молиться о том, чтобы мы, во-первых, достойно всегда принимали с радостью причастие и чувствовали и жили этим даром, который Иисус нам дает, и с другой стороны, чтобы мы всегда молились, чтобы Господь послал делителей на жатву свою, новые святые призвания. Читаем сегодня текст святой сестры Фаустины, номер 1133. «Во время молитвы я услышала такие слова Иисуса: «Дочь моя, пусть наполнится радостью твое сердце. Я, Господь, с тобою, ничего не бойся. Ты в моем сердце». В этот момент я ощутила огромное величие Бога и поняла, что за одним моментом соприкосновения с Богом ничто не может сравниться. Внешнее величие исчезает, как пыль от одного акта более глубокого познания Бога. Входим опять в мистический опыт святой сестры Фаустины, слова, которые она слышит, радость, и это слова, которые убеждают ее стороны Иисуса, что она ее сердце. Ощутила я огромное величие Бога и поняла, что за одним моментом соприкосновения с Богом ничто не может сравниться. Дорогие мои, перед нами молитва, и это тоже есть прикосновение со стороны Бога. Мы открываемся, и, может быть, не так будет это для нас понятно, ощутимое, как было в случае святой сестры Фаустины, но глазами веры, сердцем нашим мы чувствуем и понимаем, Господь и нам хочет сказать: пусть наполнится радостью твое сердце, брат и сестра. Только в Господе наша радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Только в Господе наша радость, только в Господе мир,
Только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Только в Господе наша радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны. Он рядом с нами, Он слышит нас. Он рядом с нами, Он слышит нас. Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за дар Твоего присутствия в пресвятых дарах, что Ты, живя на нашей земле, захотел остаться с нами до скончания века под видом хлеба и вина и захотел приходить в наши сердца через святое причастие. Ты дал нам таким образом вечную память своего присутствия, память, которая становится для нас присутствующей Твоей радостью. Славим и благодарим Тебя за то, что Ты есть с нами каждый день. И каждый день мы слышим Твои слова. Пусть наполнится сердце наше радостью. Ты, Господи, с нами. Поэтому мы ничего не боимся. Ты в наших сердцах. Ты в нашей жизни. Ты приходишь, чтобы единить нас, приобщить нас с собою. Приходишь к нам, чтобы очистить нас от грехов и дать нам полноту радости и счастья. Господи, веряем Тебе этот мир, который так нуждается в Твоем спасении. Мир, который не хочет принять Твоего слова, а все-таки так в нем нуждается. Просим за всех тех, кто старается жить по-христиански в единении с Тобой. И рассеивает вот благую весть о Твоем присутствии среди других. Просим Тебя смиренно также в этот первый четверг месяца новые святые призвания для служения в церкви, священнослужителей, монашествующих. Просим особым образом за тех, которых Ты призвал, которые учатся в семинарии, ребят. Также святость для священников. Так много зависит от их свидетельства. Не только того, что они совершают, но точно так же от того, как они живут, какое свидетельство дает Твоего присутствия, Твоей любви. Господи, веряем Тебе все наши молитвы, интенции сегодняшнего дня также. Просим здоровья, опеки Матери Божией для Марины или Кирилла, Александра, Артема, Василисы, Владислава, Анастасии, Анны. Также от дары живой веры для них, новые призвания священческих, монашествующих, миссионерских, всех служителей алтаря. Просим за отца Якуба, Марка, Ярослава, Павла, Сергея, Маркуса. Просим за мир во всем мире. Просим Божьей милосердия для умерших, за родителей, братьев, священников, монашествующих, весь мир. Просим о мире для всего мира. Здравия Натальи, Романа, Василисы, Татьяны, Бориса, Светланы. Просим, Господи, вместе с Марией за ее сына и за его семью, за внуков, правнуков. Дай им, Господи, живую веру. Дай им также здоровье. Просим о Царстве Небесном для Виталия. Веряем Тебя, Господи, также нашу общину во всех интенциях за всех, кто молится с нами 24 часа, кто просит о молитве. Господи, просим, дай здоровье для Нелли, детей, внуков и всех из семьи. Веряем Тебя, Господи, также наши молитвы, интенции ежедневные. Господи, обними своим благословением всех детей, особенным образом, нашей общины. Просим за Егора, Веронику, Алису, Веронику, Настю, Владимира, Михаила, Дмитрия, Полину, Сашу, Ваню, Соню, Мишу, Дмитрия, Настю, Донателлу, Петра, Леонида, Данилу, Луку, Жанну, Глеба. Просим за Агату. Верим Тебе, Настю. И просим также за Вову,
о даре здоровья для него. Просим за всех детей, которые находятся в сложном семейном положении. Просим за детей нерожденных. Просим тебя за всех тех, кто помогает детям. Особым образом в это летнее время. Благослови, Господи, нашу приходскую и общину, и молодежь. Укрепи в вере и в благих намерениях Алексея. Дай ему радость, служение и энтузиазм служения нашей общине, церкви, братьям и сестрам. Поддерживай его и помоги ему понять, чего ты от него хочешь. Благослови Романа, дай ему здоровье и благослови его труд профессиональный, ежедневный. Благослови его семью, близких, дорогих его сердцу. О новой жизни для Александра, обращении, чтобы встал на путь истины, правильной жизни. Просим тебя, Господи, также за Анну, Лизу, Дениса, Анну, Сергея, Андрея, Филиппа, Тимура, Андрея, Антона, Екатерину, Илью, Олю, Анастасию, Ангелину, Данилу, Александру, Ивана, Вадима, Себастьяна, Алену, Макса и всех детей-инвалидов, и кто им помогает. Просим за всех ребят, которые служат в армии. Просим о том, чтобы всегда поступали по совести. Господи, и соделай так, чтобы все могли как-то вернуться к себе домой, вернуться к нормальной Божьей жизни. Благослови наших священнослужителей, папу Франциска, дай ему здоровье, наших епископов, священников, монашествующих, катехизаторов. Твоем благословении просим для наших приходов, наших общин. Благослови всех, кто занимается благотворительностью. Дай также поддержку всякую всем тем, кто молится в группах Живого Розария и во всяких других молитвенных группах в наших приходах. Просим также за монашествующих, сестер матери Терезы и всех их подопечных. И просим также за сестер-служительницу в Евхаристии, как раз который в этот день особый, первый четверг месяца, как-то близко, особым образом приходят и воздают тебе славу. Дай сестрам многие святые призвания. Благослови наших семинаристов. Просим о новые святые призвания особым образом в конгрегацию вербистов. Просим также за семьи, чтобы они жили в вере, согласии, в мире, чтобы являлись теми очагами, в которых новые святые призвания рождаются, воспитываются. Просим за те семьи, в которых нет детей. Просим за семью Инны, Софии. Укрепи их веру, дай им любовь, доверие, помоги им как-то найти выход из этой ситуации. Просим за больных, особым образом тех, кто страдает онкологией, Галину, Людмилу, Светлану, Андрея, Веронику, сестру Наталью, Дашу, Викторию, Марину, Татьяну, Макара. Просим за всех больных другими заболеваниями. Просим об исцелении для Василия, Алексея, здоровья души и тела, Вероники, о даре веры, об исцелении для Елены. Верим тебе также Юлиана, до речи, просим для него всех его близких, родных. Господи, дай счастье вечным усопшим, нашим близким, дорогим нашему сердцу, просим также за усопших, погибших во время военных действий, просим за наших усопших, Павла, Павлину, Стефана, Марию, Антония, Елизавету, Марию, Владислава, Марию, Иосифа, Марию, Казимира, Елену, Тадеуша, Болеслава, Мечислава, Яна, Яцка, Марию, Тересу, Едвигу. Просим за усопшего Григория, Давида, Анну, Аллу, Аду, Пелагию, Валентину, Владимира, Геннадия, Анатолия, Наталью, Зинаиду. И просим о здоровье для Раисы и Божье милосердие для тяжело больных, о мире для всего мира. Просим за усопших Станислава, Ивана, Виктора, Эмилии, родителей, родных, близких, соседей, душ, чистилища, здоровья Сергея, Марии, Марушак. Господи, возьми под свою защиту Антона и его семью.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов и наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий
будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. О, кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Святые Владимир и Ольга, молитесь о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. Души усопших верных по милосердию Божьему да упокоятся в мире. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. От мора, голода, огня и войны избавь нас, Господи. От внезапной смерти избавь нас, Господи. Мы, грешники, Тебя, Бога, просим, услышь нас, Господи. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. И помолимся о мире и примирении на всего мира, мире для наших сердец, общин, приходов. Читая летанию драгоценнейшей крови Иисуса Христа. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, внемли нам, Христе, услышь нас. Отче Небесный, Боже, помилуй нас. Сын Искупитель мира, Боже, помилуй нас. Дух Святой, Боже, помилуй нас. Пресвятая Троица, Единый, Боже, помилуй нас. Кровь Христа, Единородного Сына Отца Предвечного, спаси нас. Кровь Христа, воплощенного Слова Божия, спаси нас. Кровь Христа, Первосвященника Нового и Вечного Завета, спаси нас. Кровь Христа, в Гефсиманском барине на землю пролившаяся, спаси нас. Кровь Христа, при бичевании излившаяся, спаси нас. Кровь Христа, из-под терного венца струившаяся, спаси нас. Кровь Христа, на кресте пролитая, спаси нас. Кровь Христа, цена нашего спасения, спаси нас. Кровь Христа, без которого нет прощения, спаси нас. Кровь Христа, без питающая, очищающая души в Евхаристии, спаси нас. Кровь Христа, источник милосердия, спаси нас. Кровь Христа, злых духов побеждающая, спаси нас. Кровь Христа, сила мучеников, спаси нас. Кровь Христа, мужество исповедников, спаси нас. Кровь Христа, источник девственности, спаси нас. Кровь Христа, прибежище в опасности, спаси нас. Кровь Христа, обновление сил труждающихся, спаси нас. Кровь Христа, утешение плачущих, спаси нас. Кровь Христа, надежда раскаявшихся, спаси нас. Кровь Христа, упование умирающих, спаси нас. Кровь Христа, покой и сладость сердец наших, спаси нас. Кровь Христа, залог жизни вечной, спаси нас. Кровь Христа, избавление души из бездны чистилища, спаси нас. Кровь Христа, всяческой славы и чести достойная, спаси нас. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, прости нас, Господи. Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, услышь нас, Господи.
Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, помилуй нас, Господи. Ты искупил нас, Господи, кровью Своею и соделал нас царством Бога Отца нашего. Помолимся. Всемогущий вечный Боже, соделавший единородного Сына Своего искупителем мира и позволивший вымолить у Себя прощение ценой Его крови, просим Тебя, дай нам так почитать эту цену нашего спасения, чтобы мы были защищены от зла на земле и обрели вечную радость в небе. Просим Тебя через Христа Господа нашего. Аминь. Продолжим нашу молитву, читая Святой Розарий, светлые тайны Святого Розария. Просим во всех интенциях, которые мы озвучили, преподнесли уже всех тех, которые носим в наших сердцах. Помним про всех тех людей, которые просили нас о молитве и которые, за которых мы должны молиться. Просим также, чтобы Господь открыл на сердца наши, на те благодати и милости, которые Он нам хочет дать. Может, какие-то неожиданные, может, сложные. Может, не знаем еще до конца, но просим, чтобы Дух Святой приготовил нас на эту весть. Верю в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Первая светлая тайна. Крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия,
Молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. О Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая светлая тайна. Брак в Кане Галилейской. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья светлая тайна – провозглашение Благой Вести о Царстве Небесном и призыв к покаянию. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас к Тебе прибегающим. О Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая светлая тайна – преображение Господне. Попросим смиренно за всех умирающих, особым образом всех тех, кто не готов духовно на эту встречу с Господом, за всех тех, кто погряз в тяжких смертных грехах, кто бросил христианский образ жизни, тот, кто вообще игнорирует Бога и Его заповеди. Просим также за всех тех среди нас, кого Господь первыми призовет к себе. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающего. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая светлая тайна. Установление таинства Евхаристии и священства. Тайная вечеря. Просим смиренно в этой тайне за всех усопших, близких, дорогих нашему сердцу, души в чистилище, наших родственников, прихожан, пастырей наших монашествующих, братьев и сестер. Просим также за всех умерших в одиночестве, за всех бездомных. Просим также о здоровье для Антонины Градинар, Светланы Паша, Татьяны Погребной, Анны Сарачан, Галины Мариюта, Наны Погребной, Антона Коша. Просим за отца Якуба, отца Петра Кушмана. Просим наполнить дарами Святого Духа на приходы наши. Также просим и во всех наших интенциях. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь, с Тобою благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И попросим за Папу Франциска и всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри моления наших, скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословенная. Владычица наша, защитница наша, заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. И поручим все наши дела ходатайству Святого Иосифа. К Тебе, Святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на Твое могущественное покровительство. Ради Твоей любви к младенцу Иисусу, Пресвятой Богородице, молим Тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой Своей крови. И помоги нам, у могущественный покровитель, в нуждах наших. Мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений, и поражение в борьбе, которое мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности,
так и теперь сохрани Святую Церковь от козней вражеских, от всяких бедствий. Простри над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру и с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного, вечного блаженства на небесах. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Продолжим сегодня в 6 часов Святая Месса. На особое место сегодня, в этот первый четверг месяца, будем молиться новые призвания за наших священников. Ну, а также завтра приглашаю, как обычно, пятница у нас, 3 часа дня венчики, розарий, и вечером в 6 часов Святая Месса. Продолжим нашу молитву. Также продолжаем в общине 24 часа, где молимся о мире и примирении для всего мира, особым образом для Украины, а также во всех интенциях братьев и сестер нашей общины, и также всех тех, кто каким-либо образом участвует и молится вместе с нами. А сейчас попросим, чтобы Господь поблагословил нас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении. Древнее установление новым упраздняется, наша вера восполняет чувство недоступное. И родители, и рожденный вышних возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящие от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий, помолимся. Господи Боже, веруем и исповедуем, что Иисус Христос, рожденный Девой Марией, страдавший на кресте, присутствует в святых дарах. Позволь нам черпать из этого божественного источника благодать вечного спасения через Христа Господа нашего. Аминь. Да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу, слава, да будет слава, да будет слава и честь, да будет слава и честь и поклонение. Слава и честь Иисусу, слава, да будет слава, да будет слава и честь, да будет слава и честь и поклонение, слава и честь Иисусу. Слава, да будет слава, да будет слава и честь.